Свое поздравление ветеранам готовят и уличные художники. На стене одной из многоэтажек в районе улиц Лузана и шоссе Нефтяников граффитист Георгий Куренов пишет портрет знаменитой летчицы Евдокии Бершанской. Она командовала 46-м женским бомбардировочным полком, который базировался в годы Великой Отечественной в Пашковском районе. Когда холст высотой в несколько этажей приходится к художественным работам привлекать технику, но мастеру не впервой, с механической рукой он сотрудничает уже 4 года. Советская летчица будет смотреть из облаков, пронизанных лучами закатного солнца. Черты лица ночной ведьмы и контуры самолетов У-2 уже проглядывают на кирпичной стене. На данный момент идут подготовительные работы, грунтовка, потом прокатка разными цветами валиком в разные фоновые цвета. И только завтра я приступлю к, собственно, к детализации и прорисовке изображения. В общем, о самом изображении и композиции, мне кажется, можно очень долго рассказывать, поэтому я рекомендую всем краснодарцам и гостям просто приехать на место и посмотреть, как это будет. Ну, лучше через 3-4 дня. Автор обещает, что рисунок сохранится как минимум 10 лет. Для этого он намеренно выбрал теневую сторону. Георгий Куренов отметил, что получить такую поверхность для творческих экспериментов – большая удача. Нужно согласие собственников жилья. А ТСЖ в последнее время предпочитают видеть на стенах своих домов рекламу, потому что она приносит доход. Но когда речь идет о тех, кто добывал победу, коммерческий интерес уже не главное.